Что это такое пришло, блядь? Пуч, ты что, ебач? Еще б чуть-чуть, и длины моего хукшота не хватило бы, если вы понимаете, о чем я. Чатик плюс, если ты в детском саде... Ебать, я думал, меня взломали, алло. Эй, давно мечтаешь о редких предметах Dota 2? Это место создано для тебя. На SGM Luck реально выбить аркану за 19 рублей. Свежие Immortal предметы за 9 или Dota Plus за 6. Получи 15 рублей при регистрации и открой 2 фармкейса абсолютно бесплатно. Такое, но только на SGM Luck. Ссылка в описании. Я постараюсь вот после стрима не ложиться спать, всю ночь дрочить, потом весь день дрочить. Ну, стрима, очевидно, в этот день не будет. Я могу 2 часа лежать, а потом я сгораю, беру телефон и начинаю дрочить. Понимаешь? До 10 утра. Свои возможности я знаю. Понимаешь? Самое главное знать, что ты можешь. О, у меня есть идея, конечно, кого взять. Я хочу Клокверкера взять. Мой любимый герой. А на миде Пудж, да? Какие учителя были в твоей школе? А я не знаю, какие учителя были в моей школе. Ну, типа, до 10 класса вроде нормально. 10-11 класс я, типа, 50% времени учебы я не появлялся в школе, потому что я играл в доту. Но вроде нормально все было. То есть, ну, я не знаю, типа, у меня не было такого, чтобы я делал домашнее задание в 10-11 классе. Я не помню ни одного момента, чтобы я сидел дома и делал домашку. Осуждаю. Так нельзя делать. Тупо как лоха его брею. Он что-то пытается тут. Пыжится, старается. А мы просто ключом своим на 9. Все фармим. Нормально, Гримстроук отдает мне тупо на денай всех крипов. Блин, перделка просрала. Соло. Лоха тупо унизили. ПЗДЦ уми. А, это что за ЦМ-ки какие-то бегают? Пак, можешь пока на другой... Что это такое помочь? Пришло, блядь? С худлом на 5-й пуч! Ты что, ебач? Откуда у тебя худ, алло? Я еще смотрю, думаю, меня пролагало. Тип худ включил, я думаю, у меня в глазах уже хуйня какая-то. Какой-то эффект худа. Ну, мы уже выходим на мидас, как вы поняли. Чую, сейчас сдохну, потому что у меня тут в миде куча ребят. Ух, ебать, ебать. Пол хп просто улетает с этого дерьма. Ну, такое на самом деле. С гримом на миде делать нечего. Он очень сильно дамажит, и у него 4 нуля. Я заебусь его убивать. Он за счет этих 4 нулей, у него 1000 плюс здоровья. И как бы для Клокверка такой герой это толстенький. Нормально ли, что я пидор, пидорас, пидорасина, пидрила, пидераст, негр? Блин, а вот если меня кура довезла и они перебили, я, блять, выжил бы. Чисто дядька пришел, блять, пошпилить в доту, расстроили его. Убили дядю, я возьму. Ага. Забрала деньги, получай пизды. Там нейтральный крип тупо задушил двух моих тиммейтов, ебать. Клац. Ну что, у нас план простой. Мы сейчас делаем блейдмейл, продаем топор и начинаем жестить. Не, блин, на клоке так охуенно играть. Я не знаю, мне последний вот месяц, я просто нереально кайфую от игры на клоке. Но это реально охуенный персонаж. То есть просто вот берешь этого клокверка и разваливаешь. На нем выиграть легче, чем на шторме. Вот серьезно вам говорю. Вась, ты шо? Ну ладно. В принципе, пока кормят, надо есть, правильно? Ульт нажал, перделку включил, все. Импакт максимальный. Больше нечего делать. Го драка, я иду. А сейчас мне армлет прилетит 2 секунды. Чисто огра. Есть сетка? Нету. Нормально, фражину сделал, уже хорошо.
Надо радик, естественно. Ну и вообще в этой игре надо в жир идти. В этой игре нету смысла брать талант на урон от ракеты, от левый талант на интервал батареи. У врагов full damage — это магия, по сути. 50% сопротивления магии талант берется, и изикатка намечается. А, меня видно было, нихуя себе. Пацаны, хелп, не? Я бегу. Бля, я пойду от башни сдохну, пиздохну. Блядь, ЦМ-ки дал фраг, зато пацанов на базу отвел. Выигрываю, раздаю зрителям. Мало зрителей, не пропусти. Раздаю инвентарь на стриме. Пиши в поиске Twitch МГС 1303, вот получай полевую. Также делаю ставки. Все, что выигрываю, раздаю за это. Мы троих убили, двоих нас забрали. Ну, тут вся команда была. Блять, залагало не вовремя. Залагало, конечно. Короче, бомжур, как правильно ебать обмывать? Оп, за жопу тупо укусил. Тупо дотянулся, вы видели? Самой писечкой дотянулся. Еще б чуть-чуть, и длины моего хукшота не хватило бы, если вы понимаете, о чем я. Здорово, парни. А где команда? Ебать, я протанковал всю хуйню, где все? А чё вы все сдохли-то? Фиг, наваливай, наваливай. ПЛЗ, мэдер, какого черта ты меня замутил? Хорош, и этого тоже, давай, давай ещё. В чате, а не только я Раздаю инвентарь на стриме. Ой, да пиши. Хватит, блядь, это спамить. Лучше пойди на улицу бабушкам, блядь, раздай. Инвентарь он раздает. Раздаю свой инвентарь на стриме. Да ты, блядь, пиши. Ты бесишь. Ты своим инвентарем, блядь. Раздаю инвентарь на стриме. Да ты, блядь, ты ебался или что? Я не понимаю. Будешь раздавать свой инвентарь на стриме, устрея я раздам твой адрес, и тебе раздадут поебальнику. Понимаю. А, X3, да? Ага, не удивили, пацаны. Не удивили! Хуки, X3, все въебало, все сюда. Комната ожидания, что будешь делать, если твоя девушка скажет, что она беременна? Въебало, дам. Блять, крипы. О, Олег, ты учился в аспирантуре? Вот. Спасибо за донат, тебе тоже привет, год учился. Я всех разъебал, пацаны, и видали? У него 4 стана зашло, я думал кончу. Ну я с мекой подоспел просто. В беременности девушки нет ничего плохого. Это полностью поменяет твою жизнь. Согласен. А именно город, адрес и номер телефона. Конечно. Парни, вот он. Бимар. Жируху. Бля, не, Клокверк это пиздец, конечно. Клокверк это пи... А, у нас еще грейвсы у кого-то, у БХ, да? Понимаю. Но я грейвсы собрал, потому что мне здесь нет смысла всякие шивы делать. У них нет урона с руки ни у кого. Там только луна бьет, ну и то хуево. Тут как бы худ, грейвсы, блейдмейл и талант на 50% магического редиста. Это имба для этой катки. И как там было в аспирантуре? Расскажи, плюс. Блять, мои грейвсы не работают из-за того, что их БХ купил. У нас две пачки грейвсов, блять. Блять, да дайте трон ты уже. Ты купил комп за 8. Дома красивым сидеть. Согласен. Одежда нахуй не нужна так-то.
Да, блядь, трон упадет сегодня или нет? Сыграй плесь на волосатой белой пуне. Только вот, блядь, не спрашивай, кто это, не надо тут этой пуни. Ах ты, сука, байтер ебучий, ненавижу тебя. Да не люблю на самом деле. Крыса ты, байтить только и умеешь. Чатик плюс, если пью в детском саду из лужи. Два блюда, если до сих пор... Ромпач! Легендой стал. Рэмпэдж сделал. А чё у меня поиск сам нажался? Что за хуйня? Что за хуйня? Не понял, блять. Не понимаю, подожди. Что за хуйня происходит? Не понимаю, подождите, что за хуета? А, иди нахуй, блядь. Ебать, я думал, меня взломали, алло. Я думал, меня взломали, короче, блядь, и кто-то игру на... Блядь. Сука. Блять, я такой хуйни, я вообще сейчас чуть ебало не завалил. Я думаю, что за хуйня, почему у меня игра начинается сама по себе, блять. Самое интересное, я отменяю, а оно опять нажимается, сука.